Всем привет! С вами я, Людмила Жердева, и это рубрика «Творческий дневник». За вчерашний день мне все-таки удалось вышить лисичку, но еще нужно будет корректировать. Сейчас я вам поближе покажу. Вот. Вот смотрите, что я сделала. Сначала я вышила рыжим цветом, белым цветом, ушки. Глаз был самый первый вышитый. Носик буду корректировать. Поправлять. Вот. Что дальше? После того, как все было, вот это все вышито, нужно было уже коричневым цветом сделать такие вот как бы блики под глазом. Я сделала, вот сейчас покажу вам, чтобы глаз был живой. Видите, я вышила белым цветом под глазом. В уголке глаза и века. Плюс еще века идет коричневым цветом. И тогда глаз, видите, он более такой живой получается. Я пыталась еще вышить здесь вот усики, но я их убрала. И вот этот я уберу, наверное. Или довышу. Ну, как у кошечек, знаете, такие усики. Вот, что-то мне не понравилось. Вот здесь вот на рисунке они есть. Вот, видите? А как на вышивке смотрится, то не очень. Вот сейчас я еще вышиваю уже цветочки, листочки. Но вот уже работать буду 2 дня, буду потихоньку вышивать. Совсем мало времени на творчество. Но я надеюсь, что у меня скоро будет легкий график, будет больше свободного времени. Буду усиленно вышивать варежки, митинки. Вот, сейчас покажу. Это будет вот так на варежке уже смотреться. Красота получается, да? Шикарно получается. Надо будет еще найти вторую картинку, потому что я не люблю одинаковое вышивать. Вот, чтобы на другой варежке была тоже лисичка, но немножко может быть другая. Вообще я еще думала парную варежку вышить просто цветы. Но подумала, что лучше пусть будет 2 лисички. Хотя это сложнее вышивать. Вот на таком этапе я сейчас нахожусь. Значит, моя задача уже побыстрее все вот это вот контур довышивать из листочков и цветочков. И приступить ко второй вышивке. Надо очень побыстрее этим заниматься. Спасибо за ваши лайки, за просмотры. Буду и дальше вам показывать, что я делаю, что вышиваю, что вяжу. До новых встреч. Пока-пока.